давайте тогда еще послушаем, перейдем прямо совсем конкретики. Я попробую показать там эту разницу, отличие от тимбилдинга. На самом деле дело не в разнице, поверьте. Это не про то, что там вот там хуже, тут лучше там, или еще что-то. А здесь важная какая штука, что смотрите, у нас есть тоже один из важных принципов нашей системы образования, который мы дальше прокручиваем нашего проекта. Базовый принцип того, что образование внутри команды, я забыл, как это называется, индивидуальное развитие исследования, индивидуального маршрута образования внутри целой команды. Понятно, что я говорю? Нет? То есть каждый выбирает сам вопрос. Да. Какие конкурентные преимущества появятся в нашей компании после того, как мы пройдем этот это очень хороший вопрос. Вы уверены, что хотите об этом поговорить? Это займет еще отдельных 2 минуты. Хочу услышать ответ. Вы готовы на это? Ради этого мы здесь и собрались. Вообще. Принципы нас не очень волнуют. На которых базируется. Это правда так, серьезно. В смысле, каждый здесь согласен с тем, что говорит вот этот человек. Я конкурентный. Я сейчас слышу разные вещи. Я слышу большую часть людей, которые говорят, что про конкурентные преимущества им важно. Но есть некоторые голоса, которые говорят, что это не совсем так, интересует, видимо, что-то другое. А, хорошо, давайте я попробую ответить на все вопросы разом. Про конкурентные преимущества. Давайте вернемся к самому началу, то, что я говорил про тренды. Вы понимаете, какой сейчас ближайший тренд развития вот этих крупных бизнес-организаций? Какой вы являетесь? Куда сейчас двигаются? В разных форсайтах очень по-разному. Хорошо, предложить несколько вариантов. Если вы хорошо понимаете разные технологии. Какие, простите? Я не знаю, что это такое. Я не специалист в этом. Agile технологии же технология организации деятельности. Если быстрый проводник, да. То есть когда вы что-то быстро разработали, а вы ощутили на себе уже действие этого тренда? Ну, у нас все завершено этим. Конечно, потому что вся эта сфера сейчас работает на Agile манифестах. Это ощутимо меняет всю нишу. И там, где мы занимаемся консалтингом IT-сферы, которая, в принципе, является передовой, мы сталкиваемся с Agile манифестами. Мы понимаем, что мы работаем уже немного по-другому. Нас бы, если этому научить, как прокачать, но вы сами не очень понимаем. Хорошо. В этой зоне у нас не проблема, но какие-то сложности, если я не ошибаюсь. Бирюзовость там. С другой стороны, я вот понимаю, что многие услуги стали более таргетированы, а не на конкретного клиента, на конкретного человека. Дмитрий, у нас лимитированное рабочее время. Я думаю, что мы еще с сотрудниками посовещаемся, там для кого-то может это покажется интересным. Не очень было понятно, все-таки какие конкретные технологии предлагаете, которые там личностный рост, да, помогут сотрудникам расти лично или. Что конкретно для компании будет, в чем преимущество. Но тем не менее, присылайте коммерческое предложение, где уже будет конкретно расписано, что вот вы в течение такого-то периода времени готовы прокачать такие технологии. Хорошо. Спасибо.